Роты Краматорский, он хочет обратиться к вам с поэтическим обращением, в общем-то. Обращение к народу. Не ту страну назвали Гондурасом, и власть, присевшую на трон, право назвать так громко пидорасы, и посадить их на огромный кол. Пусть посредине площади страдая, вспоминают про народ, в который армия стреляет, а он за 2 копейки спины гнет. За что же деды воевали? Не для того, чтобы фашисты оживали, и внуки внуков их стреляли, идя за деньги на народ. Скажите, люди, ведь мы за правду готовы спорить целый день. Так почему же у нас стреляют, а вам подняться всем так лень? Или вы боитесь заработок? А как же мама и семья? Когда придет до вас домой чужая армия врага, бомбят уроды нашу землю, а люди верят в чудеса, что не придет до них семью, ни смерть, ни горе, ни беда. Пора вставать, диванные войска, ведь если бы вы бока свои не мяли, а встали все большие города, уже давно во Львове мы сказали родные русские слова. Все поняли. Диванные войска надо подниматься, если хотим выиграть.